смотри, ты спрашивал вначале, как включить задний ход. R, да? Да. Она у тебя включается в первую. То бишь, но тебе нужно есть на рычаге. А, такая кнопка, клавиша, да? Это блокиратор. Не включил заднюю, первой, да? Да, вместо первой. Поэтому поднимаешь блокиратор вверх и вводишь как первую. Нет, только сцепление надо выжимать. О, так. Так. Сейчас мы будем учить что? Правильно. Параллельную парковку. Ух, еб... Направо. Как? А где? А экранчики где? Экранчики? Да. Вот. Вот. Ого, это по ним надо как-то... Я ни разу не пробовал. Так, я могу отпускать сцепление? Параллельную парковку? А как он заедет? Сейчас попробуем стоять, ничего не делать. О, это вы сейчас его научите равняться, да? Да. Смотри, аккуратно. Ты отпускаешь чуть-чуть педаль сцепления и скатываешься назад. Останавливаешься. Выжимаешь сцепление, тормоз. Теперь правый поворот. Не руля, а поворот. А, вот это? Да, руль вправо до упора. И очень-очень медленно, смотря исключительно в левое зеркало, ты сдаешь назад. Тормоз отпусти. Отпустил. Только ногу ты держишь над тормозом. Я держу, да. Давай-давай-давай, еще. Еще. Выжимаешь сцепление, выжимаешь тормоз. Есть. У тебя открылся угол твоей... А где парковаться? А где парковка должна быть? Я что-то не пойму. Сейчас мы заедем. Вот это? Нет, конечно. У тебя парковка справа. Поэтому она и означает параллельная справа и сзади. Лево, брат. Да. Еще один наоборот, полный. Да. Нет, полный. Это пизда просто вытащить. Сюда? Это налево ты покрутил. Куда мне крутить? Право-лево. Подожди. Вы право-лево путаете? Нет, начнете? Ну вот. Стоп. Все. На ровном руле заезжаем назад. Тормоз отпусти. Отпустил полностью. Теперь смотришь исключительно вот это окно. Вот в это. Так, как что мне надо увидеть? Под флажочек. Ух, блядь. Это задняя часть того переднего автомобиля. Зеркалом под флажочек. Вот этот флаг, он где? Вон тут или дальше? Вот этот флаг, вот тут, вот тут. Вот мне надо так развернуться, чтобы я стал. Нет, тебе никуда не надо развернуться. Просто ехать прямо? Прямо. Все, поехали. Все, я держу. Достаточно. Все, так как флаг не вышел за горизонт, или так и должно быть? Не горизонт, он должен спрятаться. Я думал тот сзади. Флаг. Да. Что за горизонт флаг выйти? Флаг Соединенных Штатов нам не нужен. Налево руль. Отпускай. Первая? Нет, зачем? Ты ж едешь назад, зачем тебе первая? Я поехали назад. А, вот. Да? Да. Сейчас все будет, Все дальше? Еще. Стоп. Красава. Хорошо. Нейтрально. Не дергай. Равняешь руль. Какой-то резкий. Еще. Это вот так он? Да. А где ручник? Как колеса по ним? Отстегивай ремень, иди смотри. А как, я думаю, удобно будет, блин? Не надо. А, ну я же припарковался. Так, за булочками в магазин. Мотнись. Так, это я запарковался? Да, ты можешь взять. Идеально на... Идеально же, не? Сфоткаешь маме моей по-братски. Нормально, не лагает, все хорошо? Да, все нормально. А может мне, кстати, может мне выйти, может мне тебя снимать сбоку? Не-не-не, в машине сиди. Какое сбоку? Даже иногда выйти не могу. Чтобы вы понимали, я тут все. Пускай сидит в машине и снимает. Едем дальше. Едем. Что у нас дальше? Ремень. Как я буду учиться с телефона, мужички? Жесткий. Хорошо. Заводи машину. Гоу город пишет тебе, слышишь? Ты уже научился, не надо? Кстати? Теперь выжимай сцепление. Включай первое. Ручник. Четко вообще. Аптека. Левый поворот. Только не рулем, а указатель поворота. Красавчик. Давай, еще налево. О, теперь медленно выезжаешь. С газом? Зачем с газом? С газом это. Когда газ сжать вообще? Газ? Когда газ разогнаться хочешь? Да, это когда ты теперь левее. Ага, вот так, да? Ага. Нейтралка очень быстрая, брат.
А теперь что? А теперь разворот в три приема. Каких? Налево, быстро руль. О, то, что ты четко, красиво. Давай. Еду. Сцепление и тормоз. Стоять. Есть, огонь. Найс. Задний ход. Помнишь, как включать? Нет, на себя. Нет. Мы были бы тут, это вообще угарно. Вот так? Включил? Ну, возможно, да. Уверен? Оп, да. Хорош. Руль направо до упора. А что если я тебе скажу, что строго раз в стол получалось? Пошел. У меня все классно получается. Сцепление тормоз. А куда ты едешь? Надо, типа? Да не, я не разворачиваюсь. Так, а теперь выезжаем левее и потом направо. Ах, хочется газку поддать, да? Кровушка бурлит, адреналин. Не-не-не, я не буду нажимать газ. Я боюсь. А право, я нормально право. Чувствую по горизонтам да. вообще? Да, да. Нормально да, еду? Право, идеально едешь. Еду? Вообще четко право еще, да. Все знаки наши. О, левее, я знаю, левее. Подожди, я на знак засмотрелся. Да, не надо смотреть. Левее? Нет, ну мы едем прямо. А, прямо едем? Сейчас мы будем парковаться в гараж задним ходом. Такс. Гараж, а где гараж у нас? Да, это легко. Нейтральная. Нейтральная, да? Задний ход. Что ты смеешься, блядь? Нормально фиксируешь? Чуть-чуть нежнее. Это как... Что нежно? Что? Отпускать? С коробкой. А, я понял. А что делать? Руль вправо до упора. Как мне... Я не знаю, как по зеркалам понять, куда мне ехать. Я вижу отражение, ничего не понятно. Отражение чего? Ну, флажки какие-то. Не понимаю, куда мне заехать. Надо и заехать. Тут тоже ничего не понятно. Там тебе вообще ничего не надо. А, ну только тут? Смотришь исключительно только вправо. А, это мне куда надо? Отпускай сцепление. Отпустил полностью. Тормоз тоже отпусти, пожалуйста. Я отпустил, вообще не держу. Так это не я держу. Ой-ой, как красиво залетаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Опа-па. А ну-ка вправо. А вправо. Вправо? Вправо. Быстро. Да. Вообще стрела прям. Я не могу понять, где гараж, блядь. Вправо. Эти баран, блядь, это просто пизда. Подожди, я в гараж. Равняем. Руль. Равняю, все. Это поравнял? Да. Четко? Может, выйдем, посмотрим? А что с колесами? Как на них посмотреть? В смысле? Это жопа вообще поравнял, полная. Да. Вот так поравнял? Да, нормально. Что дальше? Оп, сюда. Все? Равняй колеса. Равняй еще. О, вот, а, вот это ровно. Да. Перепутал немного. Вот так, четенько. Чуть-чуть. Опа. Еще. Пикарит оно, когда... Стоп. Да. Пи-пи. Нейтральное. Ну, опять сейчас тебе будет пикать. Нет, это не нейтральное. Длинный ход вправо-влево. О, теперь не так. О, на. Ты невероятно красиво стал. Стараюсь. Просто. Теперь мы выезжаем налево и точно так же заезжаем очень слева. Очень ровно, брат, стоишь. Слева куда? Мне надо кружок вальнуть? Нет, нам надо вальнуть налево, а потом вальнуть назад слева. А, мы вальнули проблем. Справа. Не-не, он от такого в тильте, ребят, никогда вообще не впадает. Фу. В плане очень стойкий. Тихо, ша, куда? Все же нормально. Налево. Куда резкий, блин. Право. Теперь левее, левее и останавливайся. Оп! Четко. Вообще. Учитель. Артур Иванович, у тебя езда. Перекатами, блядь, такими, блядь. Ты такой резкий парень, это просто пиздец. Нет. Что? Как-то не знаю. Не уверена, да? Нет. Ну да, уверенно. Теперь точно, зажалась штучка. Зажалась. Красава. Так, руль неправильно, да? Руль пока прямо. Прям, вот так прямо? Прям. Нет, ну вот смотри, вот он, красиво прям. Все, это прямо, точно? Да. Я смогу. Останавливаюсь. Сам смогу. Руль налево до упора. Не, его тормозят, когда он уже, поняли? Сам типа... смогу. Изи. Ой, не. Это как не смотреть? Боже, что творится? Не, нормально, с кайфом. Да классно. Смотри, я уже приехал. А что там, хирург? Ты же говорил, звони. А что там, что-то не так? Ну, смотри в зеркало. Я выйду. Ну, мы с ним останемся живы, ты пойдешь. Как нормально. Равняй руль. Равняй руль. Вот. Ты уверен, что так ровно? Как понять, когда он ровный? Вот. О, хороший вопрос. Артур, а зачем ты торопишься? Нет, ты заезжаешь. Бок, ой, это задом. Ой, он неровный. Неровный. Что-то не так. Значит, туда мы едем направо, один поворот руля налево.
полный вот поворот. Вот тут? Да, красота. Направо? Сколько ты покрутил? Я не понимаю, сколько раз. Назад заезжай. На ровном руле. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Блядь, не вижу, куда мы... Остановимся. Все. Право так, а там вот так. Я нормально стал, да? Четко вообще. Смотрите. Замечательно. Вот тут. А вон где. Теперь первое. Первый, работает ли у меня все? Все работает, брат. Замечательно. Первое. Первое что? Сцепление. А, передача? Первое. Да, передача. Выезжаем очень нежно, медленно вперед. Направо? Налево. Знак стоп, видишь? Стоять? Нет, это просто знак стоп. Реакция хорошая, дети. Направо. Там же стоп знак. Направо. Какой тормозит, это пиздец. Есть направо, да. Направо. О, а вот теперь выполняем требования знака стоп. Вот так вот. Это я тормозил или нет? Ты вообще все это время понимаешь, что это ты так тормозишь? Это я так торможу или нет? Да. Да. Охуеть, надо мне... Красавчик, да? Ты представляешь, если бы я тебя так возил, вот так тормозил? Да я все, я исправляю ошибки все. Так, стоп, да? Что с ним? Постояли, погудили, все нормально, порешали. Ним же только постоять надо, да? Конечно, мы стоим, решаем вопросы. И дальше едем. Педаль газа просто так, вот так нажимает. Налево. Налево. А я сейчас выровняю ее так, налево, а потом... Налево. А, это лево вон там. Это пизда вообще. Еще налево. Налево, он вправо крутит. А че я на стеклянии только еду? А где газ вообще? Газ? Газ нужен. Зачем тебе тут газ? Тебе мало места, брат. Я не понимаю, как без газа ездит машина вообще, блядь. Как без газа? Это на механике так? Ага. Да. Это сюда мне надо? Нет, прямо. Мы так в пробках ездим, помнишь, злой? А-а-а. Зачем нам газ в пробках? Не-не, я медленно хотел. Ну, как ладно. Ты останавливаешься? Это я? Я ж... Не, все, я понял. Попробуй постояли. Тормоз нажать. Ну вот, сейчас ну, поедем. Ну, отожми, нажми. Ой, чуть не заглохло, да? Да. Все, я нажимаю. А теперь медленно тормоз. Давай. Подожди, тут бордюр. Бордюр, вот. Блин. Тормоз. Это я опять нажал быстро? А че? А как медленнее нажать-то? Я не понимаю. Как медленнее нажать? Это прикол какой-то, брат. Неаккуратно. Попробуй пустил. Тормоз аккуратно нажать. Все. Поехали. Чуть-чуть дальше. Притормаживай. Тихо. Габариты. Правее. Право это здесь. Здесь. А, подожди. Да, да. Как правее? Цыгане, правее. Медведи. Ты слишком прижимаешься к леву. Да. Вот тут прямо. Дальше. О-о-о. Выше. Сцепление и тормоз. Не, ну получилось неплохо, да? Да, молодец. Помягче. Под горку вообще да. Кайф как тормозишь. Да, молодец. Она сама останавливается, ты просто а ей теперь помогаемся. Вот этот прием, да? Типа... Да, трогаемся под горку. Тормоз запускаю? Ладно, сейчас. Уже получше. А, послушать. Слушаем. Поверьте, это мягко. Слушаем. О, отпускай тормоз. Отпускай тормоз. Отпускай. Держи сцепу. Держи. Держи. Нихуя сцепление. Не вижу. Тормоз. Нихуя все. Не вижу, говорит. Увидел, а? Да, все, вижу. Открылся знак. Горизонт. Задний ход. Задний ход нужен? Да. Что такое? А, нейтралка. Ага. Клавиша. О, четко. На ровном руле назад. Что, так же? Да. Почувствовал? Тормоз отпусти. Давай. Смотри, давай, красавчик, молодец, вообще. Валорик, ебать. Сцепление, тормоз. Ну, спокойно. Сцепление, да. Пол и тормоз. Пол и тормоз, я понял, да. Первое. Третья. А. Ракета. Это третья? Нет, это первая. Брат, стил зашел, пишет. Ебать, красавчик. Спасибо, брат. Он такой написал. Отпускаем плавно сцепу. Меняет работа двигателя. Отпускай тормоз. На стил он. Давай, держи. Куда отпустил? Да что держать-то? Я держал сцепление. Еще раз. Я понял. Ну я... Что, блядь, с ними так-то? Ну, отпускаешь сцепление в один этап, машина начинает двигаться и потом полностью отпускаешь. Сцепление или тормоз? Сцепление. А, отпускаю. А тормоз ты отпускаешь тогда, когда она уже хочет проехать вперед. О! Настил, он легенда, эти серьезные в этом плане. О! Погнали, блядь. Сцепление. Да. Да. Отпускай полностью. Отпускай. Отпустил полностью. Все, катись просто без педали. Так как мне едет ничего? Да едет. Просто перекури. Ты на круизе, брат. О!
Ты должен понимать, что как ты тут газ будешь нажимать? Как ты будешь успевать поворачивать, например? Поверь, я сейчас бы как дал газку. Ну, давай. Давай. Газку. Во, видел? Красава. Вот так, по чуть-чуть, да? Почти помещаемся. Еще. Вон за нами уже идут. Правее. Этого деда нужно не сбить. Да, хорошо. Я первый раз еду, осторожно. Да поверь, он тут каждый день видит. Иду, сейчас. Катайтесь, будем заплатить налички, человек. Хорошо. На побачение. Куда? Сюда, налево? Да ты уже проехал. Ничего, он его сбит. Ой, блядь, чуть не уебался. Задний ход. Ух ты! Покажите это, блядь, это какой, куда он денет? Да не, нормально это. А, ему говорят, ты проехал, он говорит, я успею, блядь. Руль направо до упора. Я думал, я смогу объехать. Подожди, а как там? Там прям в центр, что ли? Ну да, ты врезаешься, брат. О, блядь, не на дорогу нельзя. Стоп. Думаешь? Первое. Уверен? Да. Ну ладно. Опа, пошел. Параллелечка. Что это значит? Вот. А, сейчас. Да, было у нас с тобой сегодня. Нет, так подожди. Бля, может заснять параллельку, я выйду? Четко вообще. Хочешь попробовать? Давайте, через вас, да? Да. Давайте. Отпускать стекление? Да. Извиняюсь. Так. Ой, сейчас. Так, смотрите, как вам видно, я нихуя не вижу. Бля, это вообще легенда. Я сразу говорю, там в машине, как будто ты сидишь с каким-то шашечником жестким, понял? Тебе аж как-то страшненько немножко. Он так руль крутит, это пизда. Которые тебе резко не дадут. Ага. Мы сейчас заворачиваем руль направо. Я ручник опустил. Правильно. А, я могу ехать, я да. Опущенный ручник. До упора направо? До упора направо. Осторожно, Вадим. Вадим, хочем. Я осторожно, я... Я уже переживаю. Все, гений пошел. Параллельная парковка от Злова. Блять, тут место пиздец, нахуй, на 6 машин, блять. Чтобы вы понимали, вот это параллельная парковка, такого в жизни никогда нахуй не будет, блять. Посмотрите, сколько тут места, блять. Тут на 6 машин, блять. Да, легенда, ебать. Ну там. Бля, легенда. Вот ситуация тут. Бля, все. Вадим, купи ему кресло. Бля, Сэм, братик, я ничего не вижу. Здесь солнце так светит, родное, что я ничего не вижу. Он мне яркость минимальную сделал. Я не могу физически прочитать, брат. У меня 2 сообщения всего в чате. 2 сообщения. Какое кресло? Да, конечно. Садишься? Ты гений, дядь. Я нормально стал? Давай ты кружок проедешь, я тебя сбоку сниму. А как выйти? Давай ты сейчас будешь парковаться. Он задом сейчас будет же парковаться, да? Погнали, и задом, я тоже тебе сниму. Бля, тут место. Ну, Артур, не... сюда, да. Знаешь, что тебе одно скажу? Никогда в жизни столько места не будет на параллельной парковке. Вообще никогда. Серьезно? Да, никогда такого не будет. Ты видел, как я заезжал параллельную парковку, где по 2 сантиметра? Вот ты будешь так заезжать. Такого в Киеве не бывает, что вот так вот, блядь, и на 6 машин. Давай, родной, давай, теперь задом. Погнали. Ебать свой красава, нахуй. Шо вот так, блядь? Город видишь левый? Давай, брат, включай. Правый. Ебать, умничка, нахуй. Фу, блядь, куда он ебать? Ебать, он быстрый. Лол, брат, чем смысл ты пишешь ТГ? Я не вижу. Бля, ебать, легенда, нахуй. Ебать, ему реально это сложно дается, но при этом он... Ну, типа, бля, он старается, пиздец. Я ему серьезно говорю. Ну, по нему видно, что ему сложно дается, пизда прям.
он как будто волнуется, поняли? Типа, он не то что не может, он именно волнуется. Непонятно почему. Не, он так-то по-любому поедет легко. Бля, буду. Вадим, купи. Сука, блядь, сил я не могу прочитать, блядь. Это пиздец. Ладно, если вы в чате помолчите чуть-чуть, то я смогу, возможно, прочитать. Купи жигу ему. А-а-а, вообще без проблем, брат. Хоть сейчас, нахуй. Только у нас с документами нельзя оформлять. Там с документами сложно сейчас все, брат. Вообще без проблем. Могу ему подарить. Опа, блядь. Опа. Опа. А что мы стали? Ну, слегка. Маленечко, да? Смотри, как он все, вот он назад едет, смотри, как он паркуется, стил, смотри, братик, он так резко все делает, это просто пизда. Это такой резвый чел, блядь. Так, он сюда же будет вставать, есть ли? А, сюда, вот. Сюда. Давай, родной, покажи, блядь, класс. Пошел, 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 пошел. А что, там поворачивать будем сегодня? Или похуй. Автомат? Какой автомат? Нет, механик. Так. Что у нас по заезду тут? Ебать. Идеально в гараж, бля, мужики. Ну прям. Прям бомба, нахуй. Малез неровненько. Ну это такое, блядь, с кем не бывает, все мы люди, ребята. Все мы люди, блядь, у всех бывает, как говорится. Так, смотрите, выровнялся. Выровнялся и пошел назад. Колесики чуть-чуть. Оп, умничка какой, блядь. А? Съемки? Да. А мы же договаривались. Да. Ой, подождите тут. Садись, пошли. Надо в машине, да? Правила, блядь. Блядь. Я сейчас деда потушу, блядь. Иди туши. Брат, ну ты легенда. Ты волнуешься, скажи? Нет, или... вообще на чьи. Ты не волнуешься? А куда ты едешь? Не, я до него катал уже разрешение. Можно заехать на Хорошо. Да? Брат, ты практически ровно заезжаешь. Так, практически. Бля, да там просто прикольно так. А? Так? Да. Машина то, что видно. Куда дальше? Налево. Бля, тут нихуя не видно просто. Вот так? Правее. Ну ладно, зато я могу чат, если хотите. Правее. Стоп. Стоп. Чего? С левой стороны заезжай. А, еще раз, да? Конечно. Задняя. Да не, зачем мне? Инструктор, кстати, заебал, да. О, назад. Пусть учится, пусть учится. Так, еще, не, не заебал еще, меня, бро. Еще пусть чуть. Учится. Еще чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Руль налево. Сяду в покое, пусть он учится. Да что ты там припочешь? Давай, 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 давай. Я смотрю, вот. Нихуя не понимаю. Я уже, блядь, пошашковал нахуй за рулем, блядь. Нет, ты только тормоз спусти, пожалуйста. О. Чуть прямо, да? Бля, хорош. Сава, зачем? А. Мы ровно заезжаем. Да? Да. Задний ход включай. О, назад. Тормоз. Красавчик. Ой. Только держи сцепление в полу. Либо оно неправильно близко. Ага. Все? Что посложнее есть? Да, посложнее. Посложнее. А что ты хочешь? Поехали в город. В город нельзя выехать, да? Ну что, можно чуть-чуть? Давай в город, брат! Ну чуть-чуть! Аккуратненько. Мы... Че там? У тебя будет написано уёбище, тебя все будут пропускать. Ну есть, а поскольку... Ну не совсем. Ну я всегда пропускаю, я ебал. Ну поехали. Готов? Да. Да, езжу! Я прям выезжаю? Да, прям выезжай. Сцепление. Да, езжу, блядь. Поехали. Давай, роднулечка, блядь. Через какой проход? Прокатай нас. Через какой проход, бля? Через задний. Да. А мы заплатили за все, направо, да? Да, направо, направо, направо. Так, стоп. Стоим. Стоим. Так, стоп.
сцепление получишь. Угу. Пускай плавал сцеп, отпускай тормоз. Руль налево, пошла плава. Руль налево, 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 налево. Равняй. Равняю. Равняю. Блядь, чё ж ты такой резкий-то, родной? Дедуля, open the door. Братик, 20% батареи. Ну, сумка, в сумке повар. Пусти сцепление. А, на нейтралке, да? Да, не забывай. А можно? Бля, дед сейчас в шоке будет, что его в город выпустили. Давай мне, я найду быстро. Брат, провод. Не переживай, 20% еще. Сколько там, 17-10 выказал? Родной, ты можешь как-то помедленнее все делать? Помедленнее? Ну да, как-то плавнее, что ли. Сейчас. Так, сцепление. Первое. Ручник. Куда привезти, я там. Да, да. Хорошо. Все, едем? Да. Не переживайте. Нет, пускай уйдет. Поехали. Давай, пожалуйста, чувак. Да куда ты идешь? Я еду в город. Да едешь же. Поехали. Давай, брат. Ты можешь мне домой отвезти? Ты че, ёбнулся? В смысле? А что такое? Не будем ездить. А газ вообще мне не жаль. Я вообще когда... Не, можешь попробовать. Брат, чтобы ты понимал, я сел на грузовую, ага. Когда в первый же день он... Не буду лезть. Мешать, ладно. И вот так на газку чуть-чуть, да? Да. Давайте еще, блядь, короче. А я тут пишу. А если заключить тормозить, что мне делать? Сцепление, тормоз. Ага. Только очередность та же. Сцепление, ага. Тормоз. Ага. Поворот тут нужен? Конечно. Ты же поворачиваешь. Все. Да ты шо? Да ты шо? А куда мы едем? Газу. Че, ты пиштил? Да. Да. Куда мы едем? Все, прямо. Пошла, родная. Как выключить? Резко по газам, блядь. А, сам не... выключить. А, сам. Сцепление. Вторая. А тебе пишите F? А, я понял. Ты лимагаешь, что ли? Не. А, типа, что мы сдохнем. Сцепление, тормоз. Ой, умничка. Красавчик. Меня не кинуло даже! И меня даже не стошнило, нормально вообще? Да, меня не дернуло, офигеть, ну чуть-чуть. Ебать, я в город еду. Не переживайте. По встречке еще. Ого, право. Что право? Направо. Нам, направо. Голова налево, смотришь? Есть тут? Есть, трамвай. Право, руль. Осторожно. Да, и... Четенько, чуть-чуть газку, газку, сцепление вторая. Огонь. Бля, я ебу. Щаще. Мы летим еще просто, блядь. Себастьян Лёб. Приеду, пацаны. Нормуль. Куда тут? Знак трамвай, блядь. Что делать? Направо надо ебнуть. В КамАЗ? Нет. Как мне? Куда мне? Нам прямо. И налево? По дороге, да. Прямо. Сейчас прямо. Без. Что? Без поворота. Да. Будешь притормаживать на этой хуйне? Чуть-чуть в тормоз уходи. Да. Только если хочешь полностью выпитал со сцепления. Борюсь, все. Зачем разуешь? Все. О. Брат, иногда притормаживает чуть-чуточку, блядь. Может, на первый? Зачем? Сейчас, не надо, такой на первый, блядь. Направо? Да. Мы сейчас разгоняться будем, родной. Да, сейчас. Как-то сцепление в пол. В пол. Все, нажал. Ты уже заглох, красавчик, нажал. Блять, и что теперь пикать будет? Бибикать. Заводись. На первый, да? Заводи машину, нормально. Пена. Огонь. Право. Сцепление и тормоз. Пропускаем машину. Это главное, да? Да. Сори. Сори. Давай. Просто ебашит на меня. Кто? Кто на меня ебашит, брат? Ну я габарит чувствую, проверим. Да? Мы видим. Нормально, нормально. Вошел в чувство. Сцепление вторая. Да. Без газа. Понял? Ты что, да? Сцепление пусти. Пусти полностью. Отпусти. Отпустил. А. Что так резко? Извините. По факту. Извиняться, блядь, будешь извините. Газку. Сцепление. А вот теперь неизвестная тебе передача. Петь. Без газа. Без газа. Просто вообще, бордюр вообще. Сейчас ехали, бля, левый поворот. Зеркало. Да машина едет. Что делать? Тормозить. Газу. Газ? Конечно. Тормоза придумали трусы. Сцепление опусти.
Опустить? Пустить. Отпустить. Отпустить. Понял, понял. Ебать тут. Куда я еду? Ку-ку. Если там женщина за рулем, она не испугалась? Думаю, нет. Правый поворот. Правая полоса. Только сцепление. Блин, ебать, он бордюры едет, я ебал. Да не, Вась, я чувствую это дерьмо. Я вижу, вижу, да. Вась. Поэтому тебя поправляют иногда рукой, да? Нормально, я еду. Бля, король дорог, брат, король. Давай. В смысле, едет, едет, давай. Пусти, пусти, пусти. Да мы едем. Ты же говоришь, она не едет. Да я шучу, все. Ты же кричишь, она не едет. Никого нет. Там перекатался на других машинах просто. Тихо, я окей. Поэтому выебывается. Чуть-чуть притормаживай. Да. Поворот зачем? Ебать, ему скорости набрали, он ржать начал. Он в лице поменял. Ой-ой-ой, блядь, как же он ебашит. Тогда в момент съезда ты вот тут надо туда. Да. Че я левой ногой тормозить не могу? Почему? Это он белый едет. Ну, тормозить не можешь. А почему говорят, левую нельзя использовать? Учишь. Это про автомат левая, тебе но... говорят, брат. На автомате левую вообще не используют. Чтобы не запутаться. Пешеходка, что делать? Сбивать! Да, это 10 шу. Очков, брат! Что делать? Сцепление, тормоз, дальше. Только сцепление, пол. Вот тут пиздец очкую. Согласен, я тоже. Как будто говорят тормоз, а к тебе обращаются злой, ты не заметил? Что? Сначала смотри, правая твоя тормоз, левая сцепление. Сначала тормоз, потом сцепление. Пробуй. О. Теперь точно так же, с такой же последовательностью нажимаешь. Так, еще. Направо. Василек. Что, да я боялся. Согласен, я тоже. Пусти тормоз. Подпускаешь плавно сцепление. Отпускаю. Бля, легенда. Право. Еду. Газку. Левый. Ты прям будешь. Лево. Вторую, сцепление, да? Вторая. А что это, блядь, выскакивает, пацан, на телеграм, когда соблазнение девушек? Заткни, ебало! Право. Право. Сцепление. Правильно? Нет. Это не то. Вот так? Это пятое. Блядь! А это? А это третье. А это дети! Блядь, это пизда, дядь! Отпусти. Ты легенда, нахуй! Во. Осторожно, блядь, водители едет. Бля, бедные хозяева, они думают, бля, нам бы такого экспоната левый. Просто, блядь, чтобы жару давал. Это машина. Лево. Опа! Блядь, я думал, слева кто-то там трамвай. Ебать, ты дергаешь. Ебать, ты лево дергаешь жестко, брат. А ты же на скорости так дернешь, что ты же улетишь. Ты знал? Нет. Нахуй, ну тебе надо согласен. Светлофор, знак вперед нельзя, что делать? Светлофор. Куда, нет? Прямо. Опа, опасный участок дороги, блин, много машин. Что? Направо. Направо, да. Направо. Вот так, чуть-чуть. Да. Блять, ямы, дороги сделайте, блять. Сейчас сделаем, братик, тихо. Извини. Блять, нормально, нормально, я все газу, видел. Сцепление. Красный. Уже. Остановка. А нейтралка, бам. Красава. Что жать мне? Все, ничего не жать? Сидим, ждем, наслаждаемся. Как понять, что светлофор красный? А, зеленый. На него прям. Как понять, что светлофор красный? Как не тронуться? Сцепление. Выжать сейчас? Да. Первое. Отпускать? Когда у пешеходов загорится красный, тогда автоматически у автомобилистов загорается зеленый. А там какая же разница по секунду? Ебать, зайди меня людей. Жаль их, конечно. Все, я могу ехать? Да, собрал аудиторию. Погнали. Давай, давай, брат. Тормоз отпусти. Тормоз. Взрывайся прям. Давай газу. Взрывайся, взрывайся, блядь. Хорошо. Красавчик, вообще. У-ху-ху. Третья. Хорошо, блядь. Огонь. Огонь вообще. Сюда эту суку. Едь, четвертая. Красава, нахуй. Четко. Хорошо. Ебать лучше. Ошалеть. На вторую? Можно как-то? На вторую? Не надо? А зачем ты на четвертой? На вторую. Страшно ехать. Смотри. Ля-лев, нахуй. Газу переносишь на тормоз. Да. Чуть-чуть нажал, отпустил. Это киевский полуокер. Да, теперь переноси обратно. Сцепление отпусти полностью. Отпустил. Отпусти. Ногу отпустил, я просто рядом. Газу. Нажал. Красный. Осуждаю. Согласен.
Что дальше? Правый поворот. Правое зеркало. Не трогай, что ты творишь. Все, я понял. Надо поворачивать. Сцепление. Сцепление. Нажимай. Нажимаю. Полностью. Нажал. Пол. Третий. Да, огонь. Хуй пойми, пускай. Куда нажал. Что этот тип смотришь? Едет? Поворот выключи. Не знаю как. Куда мне с ним? Что мне с ним? Бля, только не руби велосипедиста. Блядь, я бы мог. За ним, кстати, много очков дает. Отпустил. Нас куда? Для кайфа. Что там, едут кто-то, да? Сзади меня. Притормаживай, у тебя знак 40-20. Сука, я еду, я даже не знаю. Ебать! Что делать? Давай. Вот так? Да. Отпускаешь плавно-плавно сцепление. Ты научился, что когда мы ездим, да. 40-20 надо останавливаться. Теперь так? Сцепление. Убери ногу. Считал, что в городе есть знаки 40-20. Медленно еду, да? Да. Хорош! Ебать, проехал лежачего. Левый. Уверенно. Поехали. Сосать, блядь, я на короле, на дороге. Я на короле. Давай. Сцепление. Третье. Красава. Это не пятое случайно? Пятое, ты уже заглуп. Блять, на дороге заглуплен, это страшно, да? Это шутка. Там, все, я считаю. Все, что делать? Пошли отсюда! Ебать, там машин, дядь. А что, дядь? Ебать, злой, что делать же будем? Четыре машины в одном месте. Нейтрально, это четверка. Нейтральная, направо. Вторая. Это четверка. Вторая. О. Левый поворот. Красавчик. Левый. Четко вообще. Аптека. Аптека за интеха? Аптека. Дядь, тебя можно соло выпускать уже? Это серьезно говорю. Шо, шо, здесь остановлюсь? Не, пешеходы. Не. Пешеходы, я смотрю. Знак желтый, что это? Что это? Главная дорога. Сцепление, тормоз. Знак желтый, что это? Да. Похуй. Сцепление, торкость, нейтрально. Впереди трамвай, и сзади. Сделайте клип, да, я где он говорит, я все знаки выучил. Пусти. У тебя есть время, когда ты отдыхаешь. Да, и люди за меня ждут. Сцепление. Прямо. Поколье? Поколье? Да, поколье. Налево прямо туда? Налево. Так? Да, вот так. На вторую, да, сцепление. Да. Куда бежишь, блядь? Правый поворот. Смещаюсь? Конечно. На светофоре направо. На светофоре направо, да. Вот туда, да, еще смещаюсь. Пусти сцепление. Не трогай его вообще. Пустил. И газ меньше в повороте. Что делаешь? Поворачивай. Поворачивать? Поворачивай. Блядь, легенда, нахуй. Ставьте. Левый поворот. Давай, выезжай отсюда. Левее. Правее. Газу. Сцепление. Да. Третье. Пусти сцепление. Полностью. Еще. Ебать, жмем нахуй. Ебать, мой брат, меня вдавило еще, нахуй. Еще. Держи. Нет! Держи, сказал! Отпусти сцеп. Красава. Мы с ним 250 ездили. Он знает, что такое скорость. Ну он же не был за рулем. Не был. 250. Он очковал так вы. Это такой очкошник. Правый поворот. Ушел. Умничка, блядь. Все еще работаю над этим. Иди нахуй, Сири. Что дальше? Направо. Сюда? Давить на газ, пока ты не отпустишь сцепление. Я понял. Поэтому она у тебя дергается. Сзади меня никого, да? Слава богу. Да ебашит на меня тип. Тип? Я главный? Да. По жизни. Бля, осторожно, мне кажется, ему... Притормози, если не уверен, притормози чуть-чуть. Без. Я понял. Пускай тормоз. Притормозить без сцепления, это раз нажал, отпустил. Все, проезжай, малая. Ты уже заглох. Блять, пиздец. Первое. Стоять.
Ну, у тебя сейчас ангел-хранитель, рыжий ангел-хранитель. Все, что дальше? Пожалуйста. Направо. Направо? Направо. Сцепление вторая. Да. Направо. Чуть-чуть нежнее. Бля, красавчик, бля. Ля левс нахуй. Догоматизик нахуй. Да, поехали, поехали, поехали. Да. Сцепа. Третья. Четко. Плавно? Вообще, блин. Ебануться просто. Скажи. Так классно. В колюжу наехал. Не можно? Ну, у вас ужиться, да? Не, в колюжу нельзя, брат. Если я нажму газ. Чего? Газа. Не надо, там красный. Точно. Смысл не в том, что ты ее нажмешь, а смысл в том, что мы там будем делать шаги. А теперь можно нажать. Ох, ебать, что это было? Это люк. Сцепление четвертое. Ебать, несемся нахуй. Блять, так ты можешь ехать прямо? А, сосать, блять, доезжу. Поехали. Что дальше? Дальше. Дальше поедем. Опа. А что сейчас будем делать? Вправо быстро. Оп. Оп. Ты что, долбоёб, блин? Красава. Нихуя ты, блядь, виражи делаешь. Нейтральное. Сцепление. Нейтральное. Красавчик. Вообще прям. Правый поворот. Моя легенда. Огонь. Только сцепу бы отпустил, вообще была песня. Сцепу нажал. Вторая. Руль направо. О, пускай, пускай сцепу. Я пустил. Это тормоз нажал. Не трогай газ. Все, не трогай я понял. Газ. Стоим. Стоим. Бабушка красивая, блядь. Смотри, отпустить? Какая? Нейтралка? Не. Что, я даже не второй, блядь. А стой. Быстрее, пожалуйста. Первый. Че ты пиздишь? Жди, блядь. Вот еще бабуля, я не могу. Все, стоим, блядь, все время. Моя. Это пробка твоя, брат. Да? Твоя первая пробка, поздравляю. У тебя она вот такая. Что, с рулем прямо поставить его? Да не, пускай так. Так они будут лет 40 переходить. Слушай, мне надо уебать мазик, наверное. Давай уеби тогда. Ну давай, сцепление первое. Ну подожди, ну пусть... Да, первое. Точно первое? Да. Поехали. Осторожно. Всем осторожно. Москву. Всем осторожно, блядь. Вторая. За рулем, сука. Йосип. По зеркалам не вижу, кто там едет. Теперь вижу. Куда дальше? Светофор, опять же направо. Что так поставали на дороге, блядь? Не пойму. Извини, блядь. Вправо. Мы все знали, что ты в город выйдешь, мы не вставали. Сцепу отпусти, пожалуйста. Просто поворачивать? А машины не ним похуй, типа? Почему? Поворачивай. Ты поворачиваешь вправо, а не поворачиваешь. Сюда. Хорош. Зеркало нормально, да? А вот теперь погнали, да? Давай. А теперь погнали, родной, блядь. Давай. Вот. Теперь даем, блядь, жизнь. Нет, не трогай газ, пока не переключишься. А, я понял, понял. Теперь погнали, наши городские. Как идем, нахуй. Охуенно, ровно еду, да? По линии? Охуенно, по линейке, блядь, едешь, да. Это большая скорость? Это максимальная. Сколько, смотри, сколько. Я даже не вижу, мили, 20. 80. Ебать. Да. Сейчас нажмем рязи, да едешь, блядь. 80 есть, зафиксировано. Как затормозить мне? Как затормозить? Мотор нажму. Правой ногой. Все. Как затормозить мне? Все, блядь, приехали нахуй. Видишь, а ты говорил, в город не надо. Надо же, блядь. Очково. Очково, блядь, а как ты хотел? Это третье. Ой, вот так? Да. Мужик выходит, осторожно. Заберем с собой? Ну, блядь, просто... Невеста накопает. Подхватывай, блядь, нахуй. Блядь, я так испугался, думал, там кто-то едет. Моя тачка, да. Вторая. Полегче надо, паук? Нет, ты четко работаешь. Ты четко работаешь? Да? Да. Молодец вообще. Только чуть-чуть по ямам, не прыгай так. Окей, ну, а ямы точно, я же не знаю. Ну, не знает, вот он, я не... минаю их. Да. Как мне понять, что тут? Прямо. Прямо? Зачем ты сцепление? Да я хуй знаю. Ну вот именно. Яма. Прямо еду. Сцепление, бей. Все, не трогай газ. Не трогай газ. Вообще? Да, она по
пускай на холостых тут прокатится. Неровная дорога. Я смогу. Напрягаешь. Что дальше? Чуть-чуть напрягаешь. Причем нас. Жестко. Слева трамвай. Где? Слева трамвай. Блядь. Сцепление, тормоз. А, вот, блядь, я думал, хорош. По дороге. Может, хватит уже есть? Не-не-не, учись, все хорошо. Сейчас поворачиваем направо и первое. Бля, ну ты красавчик, для первого раза ты вообще молодец. Да, четко. При том, что ты дерганый немножко. Ебать. Немножко? Яма, там такая яма, пиздец. Там вход в бездну. Как, что мне дальше? Вторая. И направо? Что ты шкиришься? Яма, ебать там ямы! А ты представь, как я тебе в село ехал, блядь. Вот там вообще пиздец. Блядь, он со мной заезжает. Ебать, и как вы поместитесь, блядь? А, дорога. Тут вообще дорога. Дороги нет. Да. Ебать, блядь, дорога большая. Чего страшного, что там отключение скорости сушит? А там камера. Что мне делать? Что мне делать? Заходи, все. Не, ай, газуй. Что мне делать, блин? Нормально едет, тихо, я вижу. Бам! Бам! Красава! Что там? Бля, для механики пиздец сложно есть. Вы приехали уже, что ли? Нет. Сейчас направо будем поворачивать. Бля, так медленно едет. Потому что тут ограничение 40. А, идем. Блядь, ты так, я за наком не вижу. В зеркало вижу. За наком. Сцепление правое поворот. Я за наком не вижу. Бензовоз. Что мне так? Направо. Подъезжаешь его слева. Вот так? О, да. Чуть-чуть без постепления. Огонь. За трамваи, где как понять, где они? Тут? Да? Посмотри, вдруг там что-то едет. Блять! Она ехала, блять! Сейчас бы тебя упиздярила в бок. Я не могу вот туда вот так? Туда? Да. Можем. Только через разворот. Охуеть. А ты хотел просто сделать? Осторожно, да? Да, на низкой скорости. Дальше, поехали. Куда она едет по встречке, блядь? Да скинем, мужики, не переживай. Соблазнение девочек сюда опять писал. Девочек можем забрать? Да ты не довезешь их, блядь, никуда. На левый поворот, сцепление, топ. Налево руку. Давай, роднулечка. Первая. Бэм. И заезжаешь. Разворачиваемся. Вот так? Че мы накинем. Равняй руль. Бля. Газу. А давайте в городе параллельную парковку. Дальше. Парковаться? Дальше. Сейчас, что думаете? Вторая? О. Вот там дальше парковаться. Что ты смеешься? Просят параллельную парковку в городе. Что? Один инструктор выпал. Заезжаем в гараж между машинами. Охуеть, не надо. Тебе надо, я знаю. Мы для этого сюда приехали. Ребят, вся эта Toyota. Сочувствую. Фордик чей-то сочувствую, ребят, если вы сейчас на стриме. Можно я выйду, пожалуйста, засниму это? Можно я выйду? Да, конечно. Стой. Чай, мужички, вам покажу. Сейчас я выйду. Ребят, чей фордик, надеюсь, с Америки биток был. Потому что Йосип сейчас будет сюда помещаться, ребят. Если бы тут на стриме был. Желательно бы убрать его. Ладно, ему сейчас жестко помогут, я думаю. Прям руль будет. А нет, может и не жестко, кстати. Вадим, у меня рука аж заболела, запястье. Да не переживай, все хорошо. Ты молодец. Не, подожди, куда дверь открыта-то, блядь? Подожди. Вот видите, кто-то тоже парковался такой. Фу. Бля, это жестко, блядь.
Не, по идее, сейчас отжилось ко мне. Погнали? Да. Давай, что, не шируй. Страшно, нахуй самому, блядь. Ебать. По-моему, это идеально. Ебать, гений, нахуй. Ебать. Ебать, это что за? Что за легенда? Всё? Можно глушить? Аккуратно. Ебать. Дядя, легенда. Это так страшно было. Как он? Ты так отстасил? Смотри, у тебя даже места много, только аккуратно. Подержишь и держи, подержи ты. Да, да, держи. Выходи. Портфели забрать нужно. Проводы. Ладно, как пасти? Сейчас. Пауэрбанк. Ой, блядь. С этим качеством. Ну как я... Там мой еще телефон. Ну, сейчас, а можно на машину поставить, да? Ничего не будет. Оп. Ладно, из 100 учеников... Ну, есть... У вас есть какой-то показатель учеников, которые типа там... Ну, по 10-бальной шкале как я справился? 10-бальной? Да. Шестерку. Шестерку? Я просто на саммике упал, мне кажется, запястье. Да. А вы только такие уроки преподаете? Или экстремальное вождение там? Бывает. Куда тебе экстремальное вождение, братик? Поверь, это было экстремальное вождение, как ты. Не, да это так, я только разминался. Я такой мокрый чат, это капец. Сори, конечно, что стрим так падал с качеством, вот это Full HD. Я ж, не кажись, надо купить Android жесткий. Жесткий Android купить и с Android уже делать. Потому что, я так понял, пиздец полный. Сорян, пацаны, получится. Все, мы можем ехать? Да, вызывай такси, брат. Спасибо вам огромное еще раз. Перестань, да не, классно было, весело. Обращайтесь, да. Спасибо. Весело было, спасибо. Капец, очень. Спасибо огромное. Если еще надо, обратимся. Да. Что, погнали? Ну ладно. Спасибо вам. Все, спасибо, до свидания. Погнали. Гулять. Ладно, брат, ну слушай. Ну что? Ну, с тобой ездить примерно как с камиком. Ну типа, по ощущениям. Тоже не пизди мне. Не, тебе шуток говорю. Поехали кушать? Ну, только если... Да. А приезжаю... Ну, вообще, кстати, если бы у тебя вот этого педалирования бы не было, понял, жесткого, блядь, то было бы вообще все хорошо. Сейчас мне вся жопа мокрая. Дядь, на, блядь, ты куда-то торопишься всегда, тебе говорят, мало места. Типа, а ты, ебать, у тебя нахуй тут так сидишь? Руль, ну, такой, крути, понял, да, ты так руль крутишь. Крути. Ты так уверенно руль крутишь, пиздец, дядь. Я так в форсе... Ты хочешь постримить это? Слушайте, не-не-не, сейчас будем заканчивать. Не, мне вообще похуй, типа, если честно. Но знаю, вообще можно заканчивать. Домой хороший, ебать. Бля, ты... я только упал, я так думал, блядь. Дядь, мне вначале, меня все ебут, мне пишут, офф-стрим, запусти 30. А я не знаю, ты мне экран сделал, он нихуя не видно. И чтобы вы понимали, у него здесь такая пленка, что я не вижу просто. Ну, типа, я говорю ребятам, я не вижу. Они говорят, они мне спамят, понял? Наживо. Ладно, погнали. У меня желудок обострился еще из-за нервов. Еще кушать хочу, пиздец. Ну, сколько ему скинул? Я ему 5000 гривен скинул за стрим. Ну, он вообще красавец сейчас. Да, он веселый тип. Он, да, он очень жестко, типа, ну, на плюс морали был, хотя там такие моменты были, бля, смешные. Вась, я тебе скажу так. Напиши адрес. Вот это смотри. А. Я тебе скажу так. Я, пока, когда услышал этого мужика, мне кажется, что стримы будут такие веселые, это пиздец. Да, он веселый, так он веселый, вообще, пиздец. Типа. Пиздец. Знаешь, редко такой видишь. Ну, плюс морали такой, блядь. Когда ты видишь кента, допустим, блядь, и
Ты заплатим, понимаешь, сам что? Заплатим за это, не впадло. Не, ну мы до этого заплатили, брат. Ну и ты накинул. Ну, заплатим, я говорю. Не, я 5 камушки. А, так нормально, вообще охуенно, блядь. Не, они говорят, заплатим. Что заплатим? Блядь. Я не понимаю. Заплатим, они не заплачу. Заплатим, платим. А, платье, заплатим. Короче. Да, это 200 баксов почти. Давай. Так нормально. Да похуй, он рофлил, ну типа дохуя. Нет, да, я говорю наоборот, морали. Да, охуенный тип. Блять, я говорил, надо было в город. Вот говорит, скажи, город прям. А представь, ты бы там еще 40 минут катался, вот там, внутри. Ну да, ну, ты город прав, бро. Заебись.